Маринка сегодня Снегурочка. Волка в маркет пошла, Снегурка. Что тут делали, сука, непонятно. X5. Объясняю всем, штекер просто, блядь, отходит. Постучишь, приходит в себя. Ну, здесь какой оффроуд, да? Охренеть. Вот он, сюда. Ну, такая здесь неудобная у него ручка. Так, сейчас будем открывать. Вот, ну, я понял. А да. С автозапуска заводит машину. Опа! Снял деньги, пошел, выпил. Все нормально. Короче, не вздумай открывать входную дверь. Сейчас я приеду. Хрена себе экшен начался. Хрена их тут набежало. Гаишников. Марина одевается. Оп. Не холодно тебе ботинка будет? Холодно. Но я же на машине. Как тебе мои африканские кудряшки? Марина поедет. Да блять! Марина поедет в Форт Бояр. Я же не буду участвовать. Сын будет участвовать. А ты? А я зритель. Болельщик. Куда в таком узком платье на Форт Бояр? Окей. Ни на одну веревку не залезу. Похожа я на негритянку. Почти, если лицо намазать ваксой. Спасибо, ты добрый. Прикольно, слушай, как у пуделя. А с ноги? Давай. Узкая. Я такая, ну, вот подняла и бац. Сделал вчера котам домик. Вот такой, из барахла, из всякого. Это Миша пилил, кстати. Он пилил, а я уже собрал на шурупах. Мама тоже пилила. Ты тоже пилила? Да. Ну ладно, давай. Я сейчас машину прогрею и приду. У нас наконец-то пошел снег. Мы сидим пока без работы, без Субаря. Начинается Субару погода. Всем привет! Кто-то мне там советовал помыть машину, да? Вон что на улице творится. На улице плюс 3. Или плюс 1. Алиса, 50 лет профсоюзов 4. Едем скрывать Nissan Tiido. Впереди дорожные работы. Вправо беду. Маршрут построен. Поехали. Поехали. Охренеть, грязюка. Впереди камера на 40. Впереди дорожные работы. Вправо беду. А ё-моё. Вот такая у нас зима началась. В общем, едем. О, все, встали. А клиент торопится. Вообще все встало. Стоймя. Мы стоим прямо посреди моста. Прямо посередине реки Иртыш. О, вроде двинулись. Оттормать. Вот они, дорожные, блять, работы. Что тут делали, сука, непонятно. Это они так снег убирают у нас. Нормально, нормально, да. Технология 21 века. Лопатами убирают. Гуделка Sky едет. Старенький. Сейчас мы посмотрим. Бампера с фронтальным кулером. В общем, развлекаюсь по пути клиента, как обычно. Этот Sky еще всех переедет. X5. Простой вроде. Но толстый. Nissan ад. От X5 как от КамАЗа грязь летит на стекло. Как будто фура едет.
Так, приближаемся. И сворачиваем налево, и сразу направо. Приборку я всем до сих пор не сделал. Время, денег и нету денег. Объясняю всем, штекер просто, блядь, отходит. Постучишь, приходит в себя. Уже, мне уже сообщений 200, наверное, написал на вопросы. Пошел. На вопросы, почему у меня не работает приборка. Всем же мне и термостат советуют менять. Чего только, блядь, не советуют. Просто отходит где-то штекер приборки. Уже чинили один раз. Через хватило на месяц. Потом снова отлетает. И не можем найти причину. 15 числа записался на снова на ремонт этого, блядь, штекера под приборкой. Вот, видите, опять вся гирлянда загорелась. Стучу, все, приходит чувство. Даже температура начинает работать. То есть с термостатом, блядь, все в порядке. А чек горит из-за штекера, опять же, из-за этого. Мы тогда ее сканили, он это и показывал. Ну, здесь какой оффроуд, а? Хрен на себе. Маршрут перестроен. Понятное дело. Верните налево. Вот это вот старый район, нефтяники, ребята. Так. Так. Запутано все, а? Охренеть. Вот так вот здесь люди живут. Ребята. Радует дома вот с такими дебильными клумбами. Которые торчат так, что не проехать ни хрена, если здесь стоят машины. То есть места не для машин, а для клумб вот этих вот. Которых бабушки цветочки садят. Так, все, я приехал. Где-то тут Nissan должен быть. Вы приехали. Мы приехали. Так, движемся задним ходом. Разворот. Так, у Сбербанка. Сбербанк, вот он. Да что ж такое-то, а? Ну и, так, и вот он, Тида. Вот он, Тида. Оп. Вот такая здесь неудобная у него ручка. Вообще вот неудобная. Это значок рисует. Ага, ну, понятно. Так, сейчас будем открывать. Вот ну, я понял. А да. С автозапуска заводит машину. Правая рука. Я потом себя в ролике могу посмотреть? Ну, или машину да, хотя бы. Да, я вам скажу, где канал. Все. А вы в сигнализации? Я только в этих, томогавках. А, я даже не знаю, что это. Так, потому что я ее уже брал. Трещит. Что? Дергали за ручку, вот так вот. Для тех, кто не знает. Угу. Вот эти машины можно так открыть. А вот сюда нажимать нету смысла, да? Нам? Почему? Можно и сюда нажать. Можно и сюда нажать на вот эту. Угу. Да. Ну, можно и вот с этой попариться, но это уже сложнее. О. Да ладно! Ну, да, не знал. Опа! Что я знаю? Вот. Испугался уже. Маленько стекло приоткрыть надо, на всякий случай, все. Она сейчас нет, не работает. Даже пацаны проходят, говорят, я ваш подписчик. Хотя ему лет 12, наверное, всего, да? Да, молодые пацаны. Ну, молодые пацаны. Стекло маленько приоткрой на всякий случай, все. О, теперь уже будешь спокоен, по крайней мере. Ну, а сейчас надо там секретную кнопку вам найти, да? Ее нажать. Ну, она где-то там. Как я попал на ТВ? На Ютубе просто нажми «Отогрев Омск». Вот так, да? В поиске? Да, «Отогрев Омск». Все, вот это все наши ролики. Вот эти все первые, наши, да? Видео, да, 300+. Плюс. 300+. Плюс, видишь? 300+. Плюс. Да. Все, большое вам спасибо. Момент. Все четко. Что у меня в руках? Только к вам. В руках, ну, только всего. Ага. Все, спасибо. Да не, что, ага. Вот за пару сигнахой. Ищи кнопку. Да, я знаю, где. А, ну все. Ну ладно, счастливо вам. Все хорошего. Тинка готова. Титка, вернее. Титка готова. Пока еду домой. Там посмотрим, может, новый заказ будет. Погода, видите, какая. Так, подушка. Подушку спрашивали. Вот почему она в хомутах у меня. Потому что
уже растрескалась груша старенькая, и она начала пропускать, стянута хомутами. Подушку брал на Алиэкспрессе. Ссылочку внизу под видео выкладываю. Так, Honda у нас в говно грязная теперь. Вообще Honda грязная. О, и здесь магазин Пиоман. Там кружка. Здесь Сбербанк. Снял деньги, пошел, выпил. Все нормально. Алло, ты не вздумай никому открывать. Как поняла? Я через 7 минут буду. Никому не открывай, не вздумай. Это все нарки. Так, едем домой срочно. Кто-то позвонил в домофон. Говорит, Марина. Она взяла, сказала да. Сказала, возьми, открой, возьми мои часы. Хера, может быть, нарки, сука. Ушлые. Говорю, не открывай никому, ну, сейчас слышали. Вот вообще, да? Сука. Блять, Пиоман, Бирхаус. Так, едем домой быстренько. Мы по этим пробкам из нефтяников мы быстро домой не попадем. Сука. Время 5:30. Откуда они берутся, блин? Алло, а ты им домофон открыла, нет? То есть он может быть на площадке, да, сейчас у нас? Не вздумай дверь открывать. Вообще не вздумай. Молодец ты вообще, молодец, да. Если кто-то придет, то я всегда предупреждаю. Короче, не вздумай открывать входную дверь. Сейчас я приеду. Я уже у кристалла. Сука, урод. Короче, она открыла внизу дверь. Сейчас, возможно, блядь, уже этот будет, блядь, на площадке у нас стоять. Хрена себе экшен начался. Камера. Валим быстренько. Сколько получается быстренько. Быстренько ни хрена не получается. Хрена их тут набежало. Гаишников. Трактор решил в Иртыш поехать. Поставили камеру, лучше бы разделение дороги сделали. Так, тут надо успевать. Блять, тягомотники. Ну давай ты, блять. Талант профессионального водителя пропадает. Доедем до 7. Пиздец. До 7 доеду, потом не спущусь. Вроде все нормально. По этажам прошел вниз вверх. Повезло. Блин, как провод, я думал, кто-то прячется. Сука. Да, штук 7. Маринка сегодня. По 195. Маринка сегодня Снегурочка. Зацените. Снегурочка тут сиреневая. Покупаем булки. Вот эти вот классные вообще чудо.
писали. Булочка опять набрали. Булки в чесноке кайфовые. Здесь вот тяжелые. Давайте поднимем. О, спасибо. Волка в маркет пошла, Снегурка. О, смотри, тебе какую? Зеленую? Нет, а зеленая есть? Есть, только светло-зеленая. Мне две коричневых, одну зеленую. Вы понимаете? 435. Где шапка твоя? Здесь. Маятный, маятный.